Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сейчас с тобой продолжим играть в Prey. В Prey мы с тобой продолжаем, мы в холле Талоса, мы с тобой в той серии ходили в медпункт, но в медпункте мы не нашли то, что мы с тобой искали, мы сегодня идем по заданию туда, куда нам говорят. Записал я, кстати говоря, код, если что, у меня даже бумаженцы, если что, я приготовил. Деврик 7224. Я, если что, ребят, приготовил. 72-24. Так, пойдем с этим. Так, а что у нас? Подождите. Так, мы мастерская доктора Кальвини. Мы идем туда. Мы идем к доктору Кальвини. Хорош. Уработали. Правда, мы выдохлись, как эти. Надо выносливость качать. А против мимиков как тут еще, да, поработаешь? Играем, ребят, не торопясь. Аккуратненько проходим. Мне торопиться некуда, я никуда не тороплюсь. Получаем удовольствие, так сказать, от игры. Игрушка, кстати говоря, прикольная. То есть здесь, если что, ребят, не получится как-то особо заспидранить ее. А, мы здесь, по-моему, были, да, или... Нет, мы были этажом ниже. Да. Были этажом ниже. Давайте сохранимся. Так, алойку возьмем. Цветок агавы. Ну, это, по-моему, алоэ. Юрий Кимура. Так. Дротик из флексик пены какой-то. Какая-то игрушка, что ли? Не знаю таких. Так, берем. Выполняем, пьем. Так. Сохраняемся. А мы этого замочили. Где от него части? А вот от него. Ага. Это что у нас? Общий вход, доступа нет. Зачем тогда я пришел сюда? Хм. Непонятненько. Так. Ага. Какой-то переход куда-то. Наверное, может быть, в какую-то лабораторию. О, нейромоды 4 штуки. Великолепно, ребят. Нейромоды нам с тобой нужны, как ты помнишь, да? А, подождите, а знаете, что я хочу? Настройки, управление, клавиатура. Нам... Я, кстати говоря, опять забыл перевести клавиатуру на английский, чтобы у меня вся раскладка была нормально. На Ctrl. У меня что-то есть на Ctrl? Нет, ничего. Давайте с C поставим на Ctrl. Угу. Потому что мне на Ctrl как бы попроще нажимать. Так, нейромоды, да, получается, мы сюда зашли, с тобой взяли нейромоду. У нас потом, по-моему, какое-то будет устройство, с помощью которого мы сможем видеть этих гадов.
Ой, это, по-моему, говно, да, какое-то? Это, по-моему, какая-то обманка, что ли, это? Дротикомет-охотница. Не наносит урон, позволяет, позволяет залить сослуживцев, стрелять врагов. Но это нам не надо, мы его продадим, ребят. Или разберем прямо сейчас. Разобрать. Чтобы мест не занимал. Да. Подожди. Я создал или что? Мне надо было разобрать. Ладно. Потом разберемся. Что я там разобрал или разобрал. Ну, самое главное, нейромоды я взял. Нейромоды нам нужны. Мы можем уже сделать хакеров второго уровня. Я думаю, надо модификацию костюма сразу упороться в нее. Я считаю. Потом, наверное, подвижность надо вкачивать, ребят. И вот это вот тоже надо будет вкачивать. Давайте мы... Ага. Вот это сделаем сразу. Вы ускоряетесь бесшумно, вот это бы тоже надо. Чтобы мы бегали быстро, все бегали, прыгали быстро, при этом чтобы были максимально бесшумные. Вот, я думаю, это так будет очень хорошо. Требуется терапевт. Благодаря вашим познаниям в медицине эффективность аптечек повышается до 150%. Нам тоже на самом деле надо. Нам надо будет прокачивать эффективность аптечек, ребят. Аптечки до 300%. Это нам надо. И мы, наверное, по инженерии пойдем дальше, прокачаем дополнительные чипы, чтобы больше носить предметов, ребят. Да, нам это очень надо. НАШ-чоп. Так. Это нам очень надо с вами. Потому что, да, вместимость у нас будет не хватать. У нас всякого мусора будет много. Вот. Нам, то есть надо будет прям упарываться в это обязательно. Потому что я просто, когда играл, я же играл, я говорил в нее один раз, проходил. И, ну, действительно, это нужно. И вот эта скорость передвижения нам нужна будет. Скорость передвижения нужна будет. Не скорость передвижения, а... Чтобы нас не видели. Так, починить. Ну, панель управления. А нам зачем это? Переработка отходов. А нам она нужна? Но если, я думаю, будет нужна, можно будет. А подожди, а чем я буду чинить? Вот этими? Применить этот предмет на изношенное оружие, чтобы отремонтировать его. А какое оружие-то? Я чуть немножко не понял. Ладно, пока нам не надо. Нам пока это не надо, ребят. Да. Деврик какой-то, у меня код написан Деврик, я не знаю, что за Деврик, найдем, не найдем, все. В принципе, можно, знаете, заспидранить игру, то есть особо никуда не ходить, просто идти по сюжету и так далее. А можно, конечно, походить, поизучать, поискать нейромоды, вот, и прочее, прочее. То есть, я думаю, мы поизучаем, походим, ну, пока вот как бы не надоест, да. Если что, пойдем спидранить игру. То есть, пока мы ходим. Бой, нападение, засады. Так, у нас задача-то какая? Попасть в мастерскую доктора Кальвина. Аппаратная лаборатория. Доктора Кальвина. Провожу самодиагностику. Список. Метка. Ой. Коррозия. Можно, в принципе, на карачках. Можно его попробовать разбить.
Вот тот полетел. А он там тельце что-то полетело. Так. Фрагмент астероида. Новая команда получена. Спасибо. Провожу диагностику. Пайлот поврежден. Список. Серия. Сервис. Сервис. Да. Не очень хорошо. Не очень хорошо получилось. Электронная почта. Кто там идет? Так. Где кабинет директора Торстейна? А Деври кто такой? 70. Деври. Деврик. Да, наверное, утилизирующую эту хрень-то надо будет, ребят, там отремонтировать. Она как бы, наверное, нужна. Ушел? Так, а как эти двери открываются? Они, наверное, открываются оттуда. Набор для улучшения. Так. Набрал я кучу каких-то пистолетов, да, получается? Улучшить и разобрать. Ага. Разобрать. Так. Фигня какая, чертеж 9-миллиметровых патронов у нас уже есть. Так, нам походу дело куда-то сюда. Функции. Загрузить карту сервера. Как-то карту сектора. Угу. Обшивка Талос 1. Нам вот сюда вот механический цех нужно. Мастерская доктора Кальвино. Нам тоже туда надо. Открываем камеру хранения. Экипаж 26. Да что ты делаешь? А, найти член экипажа, найти. Да что ты, блин, господи. А как отменить-то? В пределах нормы на Мэри Малиновская. В пределах нормы. Жилая секция, аппаратная лаборатория. Подождите, а где у нас? Аппаратная лаборатория. Аппаратная лаборатория же где-то здесь, нет?
Да блин, не туда все время жму. Отсек для шаттлов. Блин, на самом деле я не так сделал немножко. Нельзя, да, всех сразу подсыпать? Нет. У нас, короче, было то, что нам там нужен был мужик. В общем, короче, Делан Шоу. Даниэла Шоу. Главный архив. Алекс Ю. Президент. Дендрарий. А мы вообще где сейчас находимся? Аппаратная лаборатория? А то у нас в аппаратной лаборатории есть живой. Жилая секция, аппаратная лаборатория. Жилая секция. Ага, жилая секция. Не, нам именно аппаратная лаборатория, да, нужна. Аппаратная лаборатория. Да, он где-то здесь. Демонстрационная. Это здесь. Ладно, короче, с этим поиски, ребят, как правильно делать. То есть ты когда идешь, то есть тебе кто-то нужен, нужно именно вот через эту хрень просматривать. То есть кто тебе нужен, ты ищешь, где он находится, и уже идешь. Да. Так. Что происходит? Так, фантом тут ходит. Так. А, он меняет на предыдущую. На тап меняет на предыдущий. Подождите, а как я поменял? Убрать П. Ладно, пойдемте. Как-нибудь разберемся там потом. Ну хватит орать-то. Блин, теперь неудобно, они у меня сбиваются. Нейромод нашли. Тоже полезная штука. Ты где падла? Как же я быстро от них устаю. Как же мне от них плохо. Там тоже травочку соберем. Не торопимся, ребят, никуда. Как вы поняли, там в первой или во второй серии, да? Тедус Йорк. Ага. Так. Тедус Йорк. Я понял. Это на что-то нам намеки на то, что якобы ты следующий, видимо. Вход для персонала. Смотрим внимательно. Сигаретки тоже это все забираем. Аккуратненько идем, никуда не торопимся. Так, это берем. Я уж упал тут, как бы, можно я это сюда? А мы там, в принципе, больше никуда бы не могли, да? Там, по-моему,
Гипсом вот так вот закрываем. Оп. И гипсом вот так вот тушим. На чем у нас там свет-то? На Т? Нет. На В? Да, на М. Блин, эти управления долго, ребят, буду путать, конечно. А, так, это что такое? Эми-гранаты, я понял. Эми-разряд против роботов, турелей и других. Ну, в общем, понятно, все, что с электричеством связано, она хорошо вырубает. Она все хорошо вырубает, все, что... Все, что да. Так, а че я сюда залез-то? Подожди, а мне как тут? Подожди, мне туда что ли надо? Или что, я немножко не понимаю? А, да. Залезли. Так, это мы по сути где? Мы были вот сюда, да? Нам надо туда налево сейчас вообще сходить бы на самом деле. Да вообще бы здесь все бы надо обследовать, не торопясь. Атриум. Для станции, лабораторные приборы, нестандартные детали, прототипы. Мы сможем починить ваш терминал зеркала в мастерской доктора Кальвина. Угу. Подожди. Это вот мы идем, кстати, в мастерская доктора Кальвина. Пропуск наверняка есть у Кальвина. Вы найдете его или его останки по списку персонала. А, найти доктор Кальвина с терминала службы безопасности. А можем, кстати говоря, туда зайти. Это получается, мы зайдем сразу к Кальвину, что ли? А мы не можем с помощью бага? Мы можем, в принципе, подъем туда, да, видимо? Не, мы зайдем туда, подождите. Меня кто-то заметил. Знаете, что я хочу? Я хочу, ребята, сделать... Это что, запчасти? Нет, не запчасти. А... Где? Немножко отремонтироваться я бы хотел. На 25. Да. Блин, что же мне сразу про Кальвин не сказали? Я бы сразу бы Кальвин это... Я бы сразу бы Кальвин-то это поставил метку. Он где-то снизу, да? Эти члены экипажа нашли. Доктор Торстейн, где вы? В механическом цехе. Я только что... Я слышал взрыв. Это не важно. Хватайте, что можете, и идите в мой кабинет. Мы эвакуируемся. Что? Что мне нужно? Нейромоды, экзотическую материю. Скорее, встретимся в моем кабинете. Да, сэр. И прихватите с собой гипс-пушку. Йорк. Какой-то Йорк этот, говорит... Так, интересно, а, говорит, нейромоды захватить, которые мне, кстати говоря, нужны. А я, кстати говоря, улучшал дробовик, да, там. Разобрать. Все разбираем. Очень, видите, как у нас уже, да, инвентарь забит.
на самом деле. Так, ну и что, я его типа нашел, мне... Просто я его нашел, да? Терминал. Найти пропуск в мастерскую доктора Кальвина. Дополнительно найти доктора Кальвина с терминала. Попасть в мастерскую доктора Кальвина. То есть мне его надо либо так найти, либо так найти. Я сразу здесь все буду обследовать. Так что мы его либо так все равно найдем. У доктора Кальвина. Мы его либо так все равно найдем. Органика. Оптимизатор батареи какой-то. Так, увеличить емкость батареи фонарика. Ну, пускай будет. Правда, я им не особо пользуюсь. Я пришел сюда ради оптимизатора этого, да? Хорошо. Утилизатор. Переместить весь хлам. Потом вот так. Я еще, знаете, что бы хотел? Вот это бы тоже. Вот это бы... да все, наверное. Можно еще вот эти вот пульки пособирать. Они, кстати говоря, что из себя представляют? Что это будет? Это будет сырье просто. Это будет сырье. Так, давайте, утилизация. Хорош. Так, атриум можно исследовать, лаборатория баллистики. Туда, наверное, тоже сейчас зайдем. Обшивка Талоса, наверное, чуть попозже. И уровень 2 тоже надо будет, да, пройти. Пойдемте на ту сторону. Инъектор. А что за инъектор это у нас? Инъектор это что? А. Свет кушает. Может, они говорят, переть. И что? Блин, пистолет-то офигенная вещь. Утилизирующая граната. Да, и утилизирующая граната, короче говоря, с гранатой рядом нельзя. В общем, собираешь кучу всяких ненужных вещей, всяких там органических и так далее, кидаешь в нее гранату, и граната превращает эту кучу вещей, вот если вот сюда вот кинуть, да, она превратит их в ресурсы. Кстати говоря, очень прикольная штука. Это очень прикольная штука. Но ее надо поберечь. Так, там есть второй этаж. Замечательно. Замечательно, меня долбануло. Ремонт второго уровня нужен. Подожди.
Меня долбануло. А это не есть хорошо. Давайте подъедим тогда. Давайте набухаемся. О, хорош. Пьяный тут хожу я. Пьяный. Так, там, да, это нам туда, это мы сюда идем. Ага. А у него здесь или вот какой-то доктор Кальвин летает у нас? По-моему, нам надо выйти, по-моему, где-то здесь. Он, по-моему, где-то у нас вот здесь трупиком летает. Кальвина-то. Но это, ребят, не точная информация. А здесь утилизирующий гранат. Ну, пропуск лаборатории баллистики. Это вот где мы сейчас, да? Сохранились. Здрасте, товарищи. Ну что вы там? Мимики. Фигимики. Сейф. Отдел баллистики. Нету, да? А у нас мы можем взломать? А что делать, я уж не помню. Для взлома быстро перемещайтесь в потоке данных с помощью CA, чтобы достичь цели. Оказавшись внутри цели, нажмите требуемую кнопку, чтобы завершить взлом. Ага. Ну, это вроде бы не сложно, да, кажется, но на самом деле потом это будет сложнее, ребят. Неизвестная субстанция. Утилизаторы. Сейчас мы мимиков тоже долбанем, утилизируем их. Бананы все собираем. Так, 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 так. Вот сюда, кстати говоря, можно кинуть вот эту вот утилизирующую гранату. Раз. Она утилизируется и выдает ресурсы. Для Лили новый код, сейф отдела баллистики. Ага. Я уже взломал. Так, аккуратненько все еще раз осматриваем. Там ходит. Сотрудник, утилизация. Ага. Так, ну что, давайте это. Открыть кармезу, посетить. Да, утилизирующую гранату, давайте. Я так понимаю, можно в эту камеру, наверное, на халяву наносить ресурсов отсюда, да? Как я понимаю. То есть можно... Ну-ка. Можно, знаете, за кадром делать нехрена. Не знаю, так он закроется, нет. Ну-ка. Закроется, он сработает. А, нельзя уже? Блин, я думал, можно халяву поутилизировать, типа. Так. Панель управления. Все замечательно. Подождите. А зачем я все сюда вообще зашел? Я ищу доктора Жакалевани, да? Так. Я зашел, я нашел эти.
А подожди, а чертежа разве здесь не должно быть? Утилизирующие гранаты. Если это место, где мы утилизируем гранаты, вроде бы логично, что здесь должен быть чертеж. О, кстати. Чертеж должен быть на утилизирующие гранаты. Это была бы логика. Как-то в отделе, где разрабатывают вот такие утилизирующие гранаты, нет его чертежа. Или я взял? Подождите. Чертежи. Нет, нету. Может, потом будет? Либо я пропустил. Да нет, вроде я здесь все это как бы изучил. Возможно, где-то просмотрел, да. Где-то он висит, но вот это вот точно не он. Так. Так, что нам надо? Мы тут были, нам надо туда, вот в этот попасть. Лабораторию баллистики вот слева. Там, по-моему, это доктор Кальвани долбанный. По-моему, там где-то летает. Демонстрационный этот у нас тут не работает, да? Точнее, тут работает, тут мы были. Нам сейчас надо сюда, в механический. Да, здесь мы были. Здесь не работает. Нам нужно сюда. Механический отдел. У нас здесь есть вот такое место интересное. Важно отвечать при каждом входе в технический канал через... Ага, да, да, внимание, ага, да-да-да. Так, кстати говоря, там аптечка есть. Почему бы нам ее не забрать? Так, мы с тобой закрыли эту, выключили. А, мы отключили полностью электричество. А, теперь мы не можем туда зайти, я понял. Я понял. Надо включать. Включил? Вроде да. Нет. Вроде да, вроде нет. Полезли сразу в самые низы искать ресурсы. По-моему, здесь сейчас куча жопников будет мелких. Мимиков, мимиков. Хороший, плохой? Нет, этот плохой. Теперь бы надо, ребят, заканчивать, да, потихонечку. А, вот, да, мы здесь могли бы пройти, да, если у нас был подъем. Мы бы могли бы сократить. Но... нашла новые инструкции. Новые инструкции, да. Знаете, мне эта озвучка у этих роботов напоминает озвучку из Alien Isolation. Ремонт. Разрушенная схема нашла новые инструкции. Какая-то жопа немножко, да? Это жопа немножко, ребят. Немножко все вышло из-под контроля. Да дохните вы, блин! Трындец. Да, ребят. Это обычный уровень сложности, еще что самое интересное. Турель? Чё?
Нам здесь что-то надо, по-моему, здесь спутник какой-то еще отправлять, я помню. И сюда. Я видел тебя. А где ты? Козел. Далеко быстрый. Да стой ты, ядрить тебя, колотить. Починить ремонт второй нужен. Да отвали ты от меня, да господи ты, боже мой, что ж с тобой делать-то, падла. Да, целостность костюма нарушена, да. Да бери ты. Стараешься как-то аккуратненько идти, не торопиться. А в результате, ребят, все через жопу, да. Все в итоге через жопу. Шампусик это весь можно, кстати говоря, разобрать. И ничего не получается, как бы нормально. Все хочешь как-то аккуратненько. А вот этот зараженный будет? Запрос нового оператора. Вот этот новый оператор, он зараженный будет или что? Или ты нормальный будешь? О! Он вам броню лечит. Работа выполнена. Он броню лечит. Так, я хотел вообще вот здесь что-то побегать, попрыгать. Хорош. А, это нам можно было здесь пройти через верх, видимо, да, и сюда запрыгнуть. Ага. Тут еще и мимик сидел. Мера мода 2. Вот, видите, полезно взламывать. Записка. Набор для улучшения оружия. Так. Ну все, да, это, видимо, да, сверху этот. Давайте чисто ради интереса зайдем. Правда, радиация. Чертеж разводного ключа. Внимание, радиационное зря. Все нормально. Так, инженер. Подождите, а у нас же тут что получается? Приближается оператор. Нам надо туда наверх, по-моему. Да. Нам надо наверх, либо починка ремонта 3. Но нам по-любому надо наверх. Так, подождите. Давайте тут это. Дайте дорогу. Даю. Давайте тут что-то обследуем, мы тут еще все недообследовали. Да? Космос. Нужно вручную открыть замок, который есть в каждом шлюзе. Это мера безопасности, но она ни к чему, если враг уже на станции. Если выберетесь, не уходите далеко. Возможно, тифоны уже вышли наружу. И помните, остальные шлюзы сперва нужно открыть изнутри. И последнее. У вас еще нет двигателя установки, а она вам понадобится. Знаете, так, двигательные установки для работы. Найдите чертеж двигательной установки. Аппаратная лаборатория. Аппаратная лаборатория, чертеж надо. Так, замечательно. Обнаружил повреждение, два этих выбежал, минка.
Хорош, я прям как-то среагировал. Так, еще один мимик. Мне не нравится, знаете что, у меня персонаж как-то начал немножко криво ходить. Что-то это немножко не нравится. Для выхода в космос необходима двигательная установка Артакс. Обратитесь к инженерам из аппаратной лаборатории. Да-да-да, спасибо. Блин, столько ящиков надо лутать. Я прям в шоке. Так, нам надо вон туда попасть. Так, сохранились. Ага, вот мы и попали. В принципе, мы, кстати говоря, еще вот здесь вот снизу не были. Тоже переработаем. Электронная почта. Файлы. Так. Чертеж двигателя Арктуса этот нашли. Так. Ну, сюда бы я тоже бы залез. Так, давайте поместить. Давайте поместим. Переместить все вот так вот сначала, потом вот так вот, потом. Дополнительно это сюда, потом еще раз вот так вот. Давайте вот этому тоже сюда. Потом вот так вот. Всю алкашку мы тоже туда сбагривать. Будем. Так, и все. Так, что у нас там по этому производству? Давайте. Это нам не надо. Двигатель Арктус 1.1. Всю фигня какая. Я думал, сейчас тут ресурс надо кучу. Двигатель установки, блин, для работы в невесомости. Снаряжение 12, снаряжение 34, да? Давайте сделаем немножко для дробовика. Я что понял, то что у нас пистолет на самом деле крутой. Нам надо больше пулек для пистолета. Я думаю, нам надо пистолет немножко вкачать. Нам надо пистолет, ребят, немножко качать, потому что пистолет на самом деле крутая штука. Давайте еще вот это вкачаем тоже для дроби. Вот, теперь у нас 43-120 здесь. Так, у нас есть теперь для Арктуса, да? Долететь до грузовой платформы. Так. Ну мы типа могём, мы можем, да, мы крутые. Так, нейромоды, что у нас? 4 нейромода. Аутопсия. А, вы можете добывать более ценные органы из остатков тифонов и получать из них при утилизации экзотические материалы, которые необходимы для изготовления нейромодов. То есть нейромоды мы что, потом вкрафтить можем? То есть мы что, бесконечные нейромоды можем делать? Это, по-моему, ни к чему хорошему не приведет. Вот это можно на самом деле прокачать, ребят. Утилизация на 20%. А зачем я, в принципе, там эту хотел отремонтировать, если я же могу из кармана все утилизировать?
Ремонт второго уровня можно сделать. Блин, все так охота покачать на самом деле. На самом деле все охота. Давайте, я думаю, хакер может долбанем. Или ремонтника. Охота все, ребят. Или хакера. Или ремонтника. И ХП бы надо прокачать тоже. И эту бы надо подвижность. Давайте подвижность. Давайте пойдем нестандартным способом. Давайте подвижность качнем сначала. Потом, наверное, ремонтника. Да? Я думаю, как-то так. Да, извините. Да что такое? Эй, алло. Нейромод. А как нам туда пройти? Ага. Подъем груза 3. Прикольно, блин. А мы знаете, что можем? Мы можем не подъем груза, у нас же утилизирующий гранат есть. Вот так вот кидаем. И все. Есть же утилизирующий, ребят, гранат. Никакой подъем тебе не нужен. Утилизирующий гранат — такая штука, которая тебе... которая тебе всегда поможет. Да. Оружейный набор. Чертеж оружейного набора. Это в каком плане? Что я могу делать? Что-то могу делать. Оружейный набор какой-то. Не знаю. Потом изучим, посмотрим. Что это, аптечка? Да зачем ты это взял? Да господи ты боже мой. Приманка для тифонов. Приманка для тифонов, да, то есть кидаешь, и тифоны туда сбегаются. И потом можно утилизирующую гранату кидать просто. Утилизирующую гранату, и все. И тифоны утилизируются, ребят. А это я не знаю, когда ему требуется ремонт. Лунная дверь. Ремонт третий. Ну вообще надо бы на самом деле ремонт-то прокачать будет, наверное. Да, мы, наверное, ремонт все-таки прокачаем. Хотя мы его уже могли прокачать. Ну ладно, потом будем ремонт качать. Снаряжение мы пока нормально у нас со снаряжением все. Ремонт будем качать, ребята. В ремонт пойдем. Вот. Мы, в принципе, можем вылететь. А нам нужно направо и вот сюда в лабораторию. Но это уже, ребят, в следующей серии. Эффект, у меня почему-то эффект радиации, а как его вывести? Эффект радиации. Я не знаю, как-то, наверное, можно, да? У меня эффект радиации просто действует, мне что-то как-то не особо. Да, на обшивку мы уже пойдем в следующей серии. Я помню вроде бы, где этот доктор Гальвань, по-моему, он там должен быть. Вот там вот в тех застенках, вот здесь вот он где-то должен быть, вот здесь вот справа, слева, ну точнее. Вот мы должны вылететь сюда, пролететь, там он, по-моему, будет от Гальвани, мы берем у него ключ и идем в мастерскую. По-моему, так. Но это, ребята, не точно. А это что у нас за знак? Распределители операторов. Понятно. Все. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.